Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем шить подставку под телефон. Простая, но очень нужная вещь в наше время. Делаем выкройку размер всех треугольников по 10 сантиметров. Эта сторона 7,5 сантиметров. Основание верхнего треугольника также 10 сантиметров. Высота треугольников по 10 сантиметров. Берем ткань шириной 20 сантиметров, высотой 28 сантиметров. Переносим выкройку на ткань при помощи мела или мыла. Вырезаем. Выкройку можно просто закрепить булавками на ткани и сразу вырезать без обмеловки. Складываем пополам деталь в этой части, лицевой стороной внутрь, и прострачиваем с двух сторон. Соединяем две стороны треугольника, прокладываем строчку. Также делаем вторую сторону. Третью сторону прошиваем, оставляя отверстие для выворачивания. Выворачиваем на лицевую сторону, набиваем синтепоном. Формируем валик шириной 2-2,5 сантиметров. Закрепляем для удобства булавками. Прокладываем строчку, ширина шва 2-2,5 сантиметра. От этой строчки отступаем 1,5-1,8 сантиметра. Прострачиваем. Набиваем пирамидку синтепоном. Зашиваем потайным швом. Подставка под телефон готова. Советую сразу делать несколько штук, так как они пользуются спросом. Рада, что вы посмотрели мой мастер-класс. До новых встреч. Пока.